Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Возможно, кто-то там включает... не надо передавать, вроде весело. Так и давайте, у нас сейчас будет конференция, все ребята собираемся. Хопа, приходят там с других тоже офисов. Включают чисто такой... этот проектор. На большой экран меня ставят. И там ребята, ага, тут записывают. Тоже в чат не могут писать, потому что на проекторе показывают. Не миллиарды, но и правда работа сейчас, значит, впереди. Ё-моё. Ещё важные факты сейчас будете узнавать. Уп! Два меха в руку — это сильно. Двойник. Блин, я хочу эту штуку забрать. Это веселее. Но там нужно будет делать так, роллы, забирать там что-то, да? Фак. Ладно. Фак, это не на конлаке. Я, уважаемый работяга, люблю Арслана целовать нежно. Не надо, не надо, вот, ну, только не человек с ником Анос. Давай послушаем песню, которую я посвящаю тебе. Не злочил, на самом деле, это не самый лучший локт. Я подумал, ладно, тут два спала с него уходят, и стрела, если куда-то должна даваться, то пойди сюда. Нам нужно найти будильщик и что-то подобное, правильно? То есть спел плюс будильщик сейчас в идеале. Задание наше — разыграть 12 спелов, чтобы получить по 2 меха в руку. Так, сейчас, подожди, давай этот трек поставлю. Хотя бы трек хороший. В какой-то вернее рисоваться и раскапывать, значит, на один левел выше. Ну, в пятый, наверное, если хочешь копать выше, то копай шестерки, сиди в пятой. Самое лучшее. Вот, насчет важной информации. Статья, вон, какая-то, трихологи утверждают. Трихологи, ребята, это те, кто за волосами следят. Здоровье волос. Вот, вообще, они утверждают, что пиво содержит полезные для волос питательные вещества, включая кальций, железо, белок, витамины D и E. А также цинк. Эти компоненты помогают волосам выглядеть здоровыми и ухоженными, если применять их в качестве ухода. Теперь вопрос такой, ребят. Плюс чат, кто пивом моет голову. Тем не менее, желающие попробовать пиво как за уход за волосами, специалисты рекомендуют использовать его в качестве кондиционера. Нанести на волосы на 5 минут, затем смыть теплой водой. И вы прикиньте? Идешь такой СКБ, тебя поймали, такие, опа, а ты что тут сидишь? Бухать собрался, такой, не-не-не, ребят, я этот... Слежу за здоровьем своих волос. Сколько дурачков в чате переводят ценнейшие продукты? Когда употребляют его внутрь, а не... Они ухаживают за волосами. А ты отлично выполняешь команды. Бегите вместе со мной. Должны быть новички. К награду квеста. Разыграй заклинание. Получи себе 2 меха в руку. То есть мы сейчас по темпу проседаем. Но ради какого-то будущего проседаем. Надеемся, что когда мы получать меха в руку, мы таким образом будем это все дело нагонять. Я перестал пить и лысеть начал. Инфа правдивая. Нагоняю, может, еще вернешь. Ну там карчи больше, чем у нас. Кто ж знал-то, что спелы собирать? Не даст много карт на столе. Собачья жизнь не всегда бывает плоха. Иногда мелкие бывают самые злые. Кто же знал, ребята, кто же знал? А, блин, а что я делаю? Фак! Мне нужно было еще одна стенка, я против смотрителя играю. Ноу, надо было сюда дать время на стенку. Ноу! Ладно, следующая эта штука вот зато просыпается. На следующем получим своих мехов. Я не пишу в чат, потому что ко мне никто не обращается. Зачем в чат писать? В котором ты никому не нужен. Как никому не нужен? А как люди знают, нужен ты или не нужен, если ты не напишешь?
Просто представляю, как это выглядит, такой, открывает, допустим, чат на телефоне, такой, никто не тегнул, никто не написал, такой, ооо, ушел. О, на переслату оставит, отлично. Арслан, да, 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 включи да, да. мою песню. Мне мама ее пела каждый день перед сном и рассказывала. Ну что ты, ну давай ты не поменяешь. Что я когда-нибудь встречу своего принца в парике. Они смотрят, потом на ютубе тоже будут пересматривать, а вот на весь экран анус написан, ну что такое? Только похвалил анус этот. Зря похвалил. Что берем, ребята? Глобус или сумка? Глобус хорошо, потому что может упасть битбоксер, может упасть, там, не знаю, врагорез какой-то, лосома. То есть вот эта троица хороша под глобус. Сумка, ну, 2-1 бафы. Ну, прикольно, если мы баблы будем бафать с этого всего. Но я не уверен, что мы будем очень много всего выкупать. Но мне глобус лучше. По-моему, тоже глобус лучше. Давайте в этот раз вот так сделаем. Опа. 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 И в начале хода получаем себе мехов, да? Го, пока присоемся. Ты грандомного чела в чате, а то может ему обидно. Собака Годэвит, ну блин, спасибо, спасибо. А то реально этот... Уже сейчас слезы наворачиваются потихоньку. Залочь, трепле потенциально. Так вот и не хвата. Вообще, если штычка направо, все отлично. Ха. Такой трепет, говорит, давай. What the fuck? Стоит ли нам такой вообще трепет собирать? То есть левел поставил. Ну можно продать, забрать сейчас с удильщика, потому что нам все равно нужно куда-то колду утилизировать. Но с пятерки нам нужно будет прям что-то этакое достать. Хотя, да не ладно, пойдет. Голду репет все равно надо куда тратить. Наверное, лучше просто собрать и на следующий собрать, чем сейчас два ролла делать. Да, окей. Ривендер с пятерки. Я тоже подумал, что может быть будет что-то вроде Ривендера, и тогда это даже не так, чтобы плохо. Плюс, ну, скорее мы больше хотим этого металлоскателя, правильно? То есть отсюда раскопать битбоксера, металлоскатель, и что-то там поделать. Чтобы не тогда поставить, что присоски будет, нет... Это не особо буйство, то есть... Наверное, это окей, если... У тебя уже есть битбоксер. А так, наверное, пока не особо охота. Мне очень больно, она пробивается в этот раз. О, максималку пробивает. Почти максималка. Почти. Не максималка, а не дэмэш, let's go. Эссамат есть. Водокабра, хрипа. Ну такое, да, слабо. Нал здесь. Два меха в руку. Это эссамат, я думаю. Смазка еще есть. Еп. Ребята, смазываемся, жестко смазываемся. Невероятно смазываемся. Так, вообще можно так сделать даже. Элементали 6. Третья таверна пробивает по 15. What the fuck? Че за сплынеры прокут у него? Он же тир 5 копает по спалам. Ну, таких хватит, конечно. Почему смазка не Т6? Она меньше спалов, ну, меньше сатов дает. А, кстати, когда она была Т6, кто помнит, сколько она сатов давала? До срабатывания. По-моему, больше, чем Т2. 2-2, по-моему, больше давала, разве нет? Арслан, Арслан,
Арслан, да, я да, исправился. Я поменял ник, как ты просил, и буду молодец. Ставить только хорошую музыку. Ой, скажи, молодец. Что не зря похвалил меня. Молодец, молодец, молодец. Вульф от слова Вульф, еще и Волк. Такой хороший никнейм, а ты Анус подписался. Такой хороший никнейм, ну что... Ай, молодец же. Ну просто умничка. Ау! Так, ребят, смотрите, у нас тут какая ситуация. Можно брать портрет манипулятора. Продать сейчас, ну то есть купил, все выкупил. Позолотил в таверне дрон, поставил его, присосался и скопировал дрон. То есть эта штука буквально золотой дрон. Переходник, ну, наверное, это хуже, да? А, подожди, там еще и триплеты делают. О, секундочку, еще такая штука есть. Секундочку, подождите, я вообще вот так могу сделать. Смотрите. Пофиг, нормально. Существа не питомцы, но ты все равно можешь их оставить. Это, конечно, не мяч, но я заберу. Добрински. Голоса зовут меня. Вот, кстати, по фигнюшкам. Манипулятор вышел, и он, считай, в соло мне еще дрона дал, что... Ну, типа, один дрон еще другого бафает. Что там, статов очень много. Проиграли? Не, проиграли. Хорошо. А, Артан берет настолько высокий ног, что звук пропадает. Ну, это шумоподавление. Ладно, я понял. Опять мне... Я чуть задумался, я понял, что это все-таки не волк, нифига. Ты вонючка. Голоса зовут меня. Ладно, пока посидоненько. Мы же там ничего не теряем. Нравится Тайлера. Ну, не только, там еще пара этих альбомов у нее нормальные. Одно мех потеряешь. Ладно, мне поверим. Считать не буду, поверим. Мутантского самого разрата от этого не стоит. Ну, типа, важнее найти вещи какие-то. То есть, одна дракария, это уже перебьет эти статы в разы. Забачен, ну, походу, забачен. Я особо считаю, решил не считать, просто верю чата.
Смысл чат не доверять, верно? Разве были ситуации, когда чат меня подводил и обманывал? Зачем ты веришь? Скорее, зачем ты нам веришь-то, получается? Ты же тоже часть чата. Битбоксеры? Нет, дайте штуку пообузить. Без битбоксера это юзлес. Опа! 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 Вот тебе и опа. Дрон еще один. Вот его было бы неплохо позолотить тоже, да? Ладно, лень считать на всякие, просто продам. Что там, 2,5 идет? Мех. Отсюда идет. Вроде как ровно 9, но... Мех. На всяким. Так, сейчас я там просто верну. А, здорово, легенда Дедлока. Здорово. Лучший из лучших. Дедлоки. Где? Подожди. Доус. Стоп. Хорошо. О, нет, только не налево тычка. Ну не в смысле, крайне левая, не настолько левая, не ладно, нормально, все получаем, все хорошо, все четенько. Все здорово, ребят, все здорово. Приду сообщить, да он выше, он написал. Чуть-чуть выше, не сильно ушло, вон, Оскар на ней написал. Вот пишет, Арстан, ты молодец, будешь получше любого из чата. Не, ну ты, конечно, перегнул уже, ну. Это уже too much. Это существо как раз пора выгнать. Сам вонючка. Ты меня обманул. А я доверился. Зачем так обманываешь? Я просто слепо доверился. Разве это плохо, что я... Все еще верю в человечество, что я доверяю? Побоксируй, дыс! Надо бы тебя заменить еще на врагореза, и все, и готовый сетап. Финальная. Битбоксер нафиг здесь не нужен. Говнина. Так, я буду... Давай буду называть Вульф. Вульф тогда. Вульф. А как вы каждый раз ставите новую версию? Ну хотя бы понимаешь, почему... Still believe!
Почему была популярна Бритни Спирс? А что такая короткая версия? Металлскальзер, да нафиг же не надо. Я ищу вот такого вот чувачка. Да я еще не знал, что песня короткая. Версия классная, что короткая, да-да-да. Я вот, даже мотивчик, опять же, Бритни Спирс играет, но довольно короткая. Эфир на металлскальзер, да я кого-то в следующий клип хочу бы найти. Я, если найду, я в следующий заберу его. На лейт он должен быть поважнее. И рылся, ну хрен с ним. У нас сейчас не так много времени осталось. Может, фишня прямая. Учитывая 3 золотых дрона, то в РГС будет окей, карты прямо совсем окей. То есть как я вообще могу проиграть здесь, по идее? Это если прям в героев же, да? Втыкаться. Пока в героев не втыкаюсь, мне вроде все окей-доки. То, что первым бы отправить в РГС, а другого. Бабли не ветре было бы прям отлично. Но если нет героев, то я, по идее, всегда выигрываю. Кто сильнее в Рогресс 400 стов или Бекста в Реборне? В смысле, если один на один и в Рогресс без бабла, то Бекста сильнее. Кого из них приятнее на столе держать, само собой, в Рогресса? Даже если он голенький, то на него можно все еще накинуть и баблы, и Нисто Ветром. This time for sure. Лемы. Карт дай. Дай карт. Ха! Окси! Где врагорез? Пой, смотрите, показывай один раз. Показывай, ребята, один раз. Бери там фотоаппарат или хз. Ха! Бомбочка, как я хотел. Как я планировал. Окей, fuck this game. Trash game. Очень хочется найти ваш нишку с рогорезом. Так снял бы, если бы дали. Привет, Арслан. Привет. Ну, больше не. Здорово, Тёма. Жестко в тайминг решил залететь. Невероятная победа. Это правильно. Тёма, как всегда, умом. С битбоксером, конечно, было бы все куда круче, но даже так. Вот, кстати, сила манипулятором. Ну там Сэмила сама-то еще золочи не дал. Но даже так. Позолотил дрона, чуть его присосал, скопировал уже там в бабле 50 с чем-то статов, две карты. И опять же, лучше, чем шахматы, потому что они же еще в конце хода работают. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.